Всем привет, рыбаки! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Итак, друзья, по традиции перед началом ролика обязательно лайки под этим видео ставим, пишем комментарии и обязательно же, конечно, не забываем подписываться на канал, кто еще до сих пор не подписан. Также напоминаю, что доступна кнопка спонсорства на моем канале, там сущие копейки, но тем не менее, кому не жалко той копейки на продвижение клана, вернее канала, буду, конечно, ребята, всем признателен. Ну, а теперь давайте начнем по делу. По делу, кстати, еще, да, насчет клана. Там, по-моему, еще есть у нас пара свободных мест. Сейчас посмотрим. Да, есть два свободных места. Клан Днепряне. Клан открытый. Я его пока не закрываю, поэтому всем желающим активным, еще раз напоминаю, активным игрокам всегда будем рады. Так, ну и к самому ивенту. Сегодня у нас проходит ивент на реке Нил. Это коварный гоблин. Добываем монеты. Кстати, тут и бинго этот. Но я сегодня уже тут что-то покрутил. Пока нет монет. И, кстати, здесь дают жетоны гоблина. И можно в магазине на них покупать и усилители, в принципе. Загадка это за деньги. И приманки. Ну, я пошел пока... Усилители как бы, да, надо, но лучше всего удочки. Пошел по удочкам, почти уже добрался до удочек. Пятерку, шестерку забрал, пятерку. И вот остался последняя коробка. Три гоблинских этих жетона. И будет семерочка удочка. Не знаю, на какую локацию попадет, но в любом случае удочки лишние не будут. Так, ну что ж, давайте к ивенту. Что у нас, в принципе, большой турнир я прошел. Каким-то чудом по-быстренькому. Так, что у нас тут? Подготовка. Сенегальский многопер с бонусом от лицензии. Нет у меня бонуса от лицензии. Тут победа. Победа забей рыб. Понятно. Так, тут эпик. Змееголов тоже забей рыб. И мифическая мраморный портер. Тоже забей рыб. Понятно. Так, соперничество это здесь я закрыл. Отличный план. Здесь тоже сервис 5 поединков. А из 4. В общем, кучу поединков надо позакрывать. Серий, вернее. Ну, очень много. Прям очень много. Все за одно видео, конечно, я не закрою. Ну, сейчас попробую немножко покидать. Хоть какую-то часть, может, закрою. Так, хранители здесь лучшие результаты. И врата открываются здесь по вызовам. Но вызовы ничего не закрыто. Посмотрим, может, что-то и получится сделать. Так, ну что ж, давайте попробуем серию из поединков. Даже не знаю, с какой, кстати, что тут вызов идет. На что у нас? Большая тигровая рыба. Так, это у нас легендарная рыба. Кстати, насчет тигровой рыбы есть тут... поединки с нельским гопор, африканский змеголов. Так, мраморный протоптер. Это миф. Нет, легенды нету, есть мифы. Как мраморный протоптер, серию пойти поединков. Ну давайте попробуем мраморного протоптера забрать серию за 5 рыб. Буду надеяться с первого. Да, кстати, еще миф у меня слабенький. Четвертая приманка, конечно. Это и сама локация у меня еще не толком, в принципе, нигде я ничего не вкачивал. Ну, потихоньку, в любом случае, аккаунт прокачивается. Медленно, как говорится, но уверенно. И в этой игре спешка нам не нужна. Так, ну посмотрим. Я буду надеяться, хотя бы серию закрою. Хоть одну какую-то. Еще добуду этих немножко гоблинских монет. Добуду семерку удочку. Ну, а потом уже не знаю даже, что брать. Приманки. В принципе, приманок у меня как бы везде хватает. Ну, там, да, в конце дают, конечно, хорошие приманки. Там, ого, 9000 словил. У меня лучший результат 8500. Удочки, даже шестерки, кстати, здесь у меня нету пока на Ниле, только пятерки. Но насобираю на всех рыб пятерки, потом уже буду двигать по шестеркам. Так, есть, вижу, 13400 мифа потянул. Ну, ладно, я могу, конечно, больше потянуть, но... Раз уж такой соперник попался, я не буду зря тратить усилители. Тем более, это только первый поединок. Можно, в принципе, смело сдаваться и пробовать заново. Обидно, конечно, когда на четвертом, на пятом поединке такие соперники попадаются. То тогда да. А на первом, в принципе, без проблем. Так, пока без сонара кину. Посмотрим. Удочка тоже слабенькая. Икры нету, нечем крутить удочки, поэтому ловим, как говорится, на то, что есть.
тоже на 13 потянул. Мифа, что-то не все таких монстров тащат. Либо то я таких слабых, либо то... Ну да, у меня четвертая приманка, конечно, слабоватая. В принципе, была бы неплохая, если бы у меня было дерево покруче, тогда бы даже на четвертую приманку нормально проклевывало. Так, да, мы лучше за 13-200. Ну, я не помню, там забей их рыб, не забей их рыб. Ну, ладно, сейчас попробую поискать. 12 тысяч, так, ну, в районе 13 хотя бы. Там тоже самар слабенький, ну, посмотрим. Ну, не, даже попробовал забей их рыб вытянуть, есть. Так, ну и тут попробовать немножко перекрутить. 8700. Ну, да, конечно, аккурат в районе 9 тысяч. Вытаскивать будет нормально. Так, 9 тысяч. Ага, все-таки он решил меня перекинуть. Мучился, мучился я с ним, и он все-таки меня перекинул. Так, а что у меня там мгновенный вылов есть? Есть. Угу. Вот так успею. Да, вытянул, но недостаточно. Да, что-то я даже первый поединок пройти не могу. Кстати, что там, гоминские лавки. А, получила две монеты. О, ну и отличненько, можно семерочку, удочку уже идти в магазин и забирать. Семерочка, это вообще шикарно. Так, удочки. Есть, последнюю награду забираем. Семизвездочная удочка. Это, конечно, круто. Ну, еще одна локация хорошая. Средиземное море. Ну, жалко, конечно, на Средиземке у меня, по-моему... Так, все предложения выкупил. На Средиземке мне, по-моему, и так с удочками, в принципе, проблем нет. Дальше, куда монеты гоблина тратить, я не понимаю. Усилители, что тут последняя коробка. А, большие пакеты усилителей. Сколько штук? О, по 500. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, загадка я видел тут первая. Надо покупать, а дальше уже за монеты. Ну, покупают пускай ребята сами. И приманки, что у нас тут? Золотые, золотые пакеты, золотые пакеты. Тут миф. Ну, единственное, что, да, вот последние две коробки, то есть две легендарки. И два гигантских пакета приманок. Ну, такое. В принципе, как бы тоже неплохо, потому что самому винте как бы ничего не дают. Даже не знаю, мраморный продуктор. Ну, попробую еще раз начать с него. Это второй поединок, и пока не пускает меня даже первый пройти. Еще, возможно, ребята не наигрались. Рановато я начал. Ну, попробуем в любом случае. Хотя бы одну какую-то серию, я думаю, я должен закрыть. Обязательно во время именно видео. Ну, остальное уже буду, конечно, потом добивать. Сам факт, ребят, вышел на эфир. С вами пообщался. И как бы уже хорошо. Так, ну, надеюсь, все-таки рано или поздно должен появиться у меня. Нормальные соперники должны пойти, с которыми можно начать уже и пробовать серию поединков закрывать. Так, 12600. Ну, что-то не всегда таких крупняков тягают. Нил еще, конечно, надо по дереву меня хорошенько пройтись, прокачать. 6000. Мой результат 6001. Да, сенегальский многопер. Надо бонус от лицензии где-то поискать бы на него. Как раз там тоже и монеты тебе дадут гоблинские, если выловить его с бонусом от лицензии. Ну, в принципе, здесь у меня на Ниле лицензия прошка. Единственное, что просто надо еще кучу-кучу рыб выловить. Так, тоже. Ладно, сдаюсь. Третий поединок и никак не идет. Здесь, кстати, что у меня по Нилу? По лицухам. Да, удочки тут 5-5-5. Ну, еще слабенько. Хотя бы все пятерки добить уже, чтобы были на каждую рыбу. И потом уже пробовать ловить на шестерки. Да, бонус от лицензии у меня. Лицензия Pro. Да, кстати, есть нильского окуня на мифа 3.7. Жалко, что не на того мифа, который нужен. Бонус 5.7, ну, неплохой, в принципе. Так, а ну еще три свободных ячейки есть. Ну, в принципе, довольно-таки неплохие все перки. По навыкам, да, тут немножко удачу качнул. Ну и здесь вообще слабенькая. Бонус соревнований только второго уровня. Но ничего, как говорится, всему свое время. Так, попробуй, значит, сенегальский многопер. Это у нас получается редкое. Африканский змееголов попробую. Серию попробовать. Может, с мифа не начинать, может, что-то другого пойдет.
это Эпик, это у нас пятый уровень. Ну, в принципе, пятый уровень довольно-таки неплохой, если есть хорошая удочка. Удочка у меня нету. У меня трешка вообще на Эпика. Ну, ничего, мы даже с таким бамбуком тоже попробуем побороться. Это наглядный пример того, что кто хочет, тот всегда добьется своего. Главное терпение и еще раз терпение. Так, 6000, ну, 5500 надо. Главное никуда не спешить, получать удочки, прокачивать дерево. И все будет, как говорится, very good. Так, 6500, 7100, ну, хотя бы 8 надо, что-то совсем слабенькое. Но этот вроде адекватный соперник, единственный попался из четырех. По идее, я должен тут уже у него забрать победу. Надеюсь, не перекинет. Ага, ну конечно, не перекинет. И тут же на 5800 редкую потянул. Так, 5800 есть, вырвал тут немножко у него. Сейчас он из мегового попробует покрупнее вытянуть, 100%. Так, ну 8000 покрупнее пока не зашел. Хорошо, есть такое дело. Хоть первую победу выиграл. Хоть первый поединок есть. Кстати, есть там гигантский же пакет с бустера 11 держу на завтра, на вторник. Может, что-то и там не перепадет. Так, есть еще монета гоблина. Одна. Куда я ее могу деть? Я еще, кстати, не определился, что насчет приманки. Наверное, все-таки в приманке буду влаживаться. Надо два. У меня один. Все, понял, принял. Поехали тогда дальше. Добивать серию поединков. Так, отличный план. Многопер. А я здесь, по-моему, да, змееголов брал. Поехали. Where you go? Так, что там, золотые награды у него какие-то есть, я смотрю. Да, тут редкие вообще у меня первого уровня. Ну да, я на Ниле редко играл. В принципе, как таковых ивентов на Ниле, по-моему, и не было. Там один или два буквально за все время, сколько этот аккаунт у меня есть. Поэтому, да, Нил слабенький. Так, 5000, ну да, тут хотя бы четвертую надо сделать уже. Пятую не буду, но хотя бы четверочку надо. Да, конечно, и удочка родная, и еще и бонус от лицензии на нильского окуня. Жалко, что ни в задании нету нильского окуня. Да, конечно, шикарно. У меня бы уже и лицензия там была бы, и все было бы. Так, 13 тысяч. Ну, пускай тренажка будет, я думаю, достаточно. 12700. Так, ну и тут на 7800 немножко перекину. На всякий случай, если он захочет все-таки мне сделать такую каку и в одну рыбу, чтобы я проиграл. Хотя там, по-моему, в принципе, серия поединков нужна не обязательно за обеих рыб. Главное серия, если не ошибаюсь. Так, есть, сдался. Это у меня, получается, второй поединок пошел. Ну да, здесь просто серия надо без обеих рыб. Здесь, по-моему, где-то за обеих рыб есть, но неважно. Оно все автоматически потом закроется. Так, змееголов. Значит, продолжать добивать змееголова. Еще два поединка, хотя бы, чтобы была серия с четырех. Ну, конечно, и пятый тоже бы забрать. Потом я даже не знаю, что идти, возвращаться, кубки скидывать, наверное, и опять пробовать проходить серию. Только так, я думаю, серию получится закрыть. 5300, ну, надеюсь, у меня не скинут из этой серии. Ты, пожалуйста, первый уровень. Ну, хотя бы шестой не надо, пятый сделаем. Последний рывок у меня остался, 169 уровень. Последний уровень остался. И на 170 перепрыгну, это будет, конечно, вообще уже печально. Так, 6000, ну хотя бы надо, да, 7000 плюс. Долго я и так, в принципе, не пропускал, не прокачивал. Так, это только 9-звездочная, слабенькая.
8000. Ну, 8000 это уже у нас 11 звезд. По идее, 7600. А не, еще 10 даже. 8100. Ну да, сонара нет. На удочке только удача, поэтому сонар разброс очень большие очки показывает. Сколько он там? Что не улучшилось даже? А, он сдался, понятно. Так, есть третий подряд. Отличненько, что у нас там ничего еще не прилетело. Нет, еще одна, следующая. Мало, кстати, дают этих гоблинских монет. Там, кстати, по совместительству еще и проходит спецрыба на новой локации. На Чэньчжу. Или как там. Тоже надо будет еще потом как. Ну, я уже сейчас не буду, конечно. Надо будет там по венту посмотреть. Там тоже какие-то лепестки эти дают на бинго. Можно будет с бинго еще пройти, закрыть. Тоже там что-то поднасыпят. Ух ты, угря на 4000. Ну, тут надо уже, да, включаться. 4000 это немало. Не хочу серию уже начинать заново, как бы четвертой подряд. Хотя бы 4 уже закрыть бы. Так, это, кстати, 12-звездочная была. 8300. Ну, надеюсь, он не перекинет у меня по эпику. 8100. Сладенькая. Вот, 9000. Ну, вот на 9000. Если бы хотя бы на 8500 получилось, было бы неплохо. 8400. Ну, да. Ага, и он на 8900 вытянул. Угу. Вот так это и бывает, в принципе, четвертая подряд, как обычно, находится парень, который все это дело быстренько у тебя, даже 8 мало, 8 даже не буду подсекать без сонара, 9, ну, надеюсь, нет, 12600, 12900, ну, немножко он, конечно, у меня обработал, как говорится. Ну вот на четвертом подряд он меня и скинул. Да, нелегко, конечно, это дело дается. Так, что мне надо там? 168, 180. Оно еще, в принципе, прилично и надо. Так, тут забей хрип, но это все само закроется. Ну что ж, попробовать еще раз серию из 5 поединков закрыть. Ну, только уже, наверное, сенегальский многопер. Даже не знаю, что тут у нас, в принципе, я лучше результаты повытаскивал еще. Многопера. Что я еще не ловил такого? Тут получен результат. 11-звездочный, 12-5500. Ну, давайте попробую серию, если получится, с многопером. С редкой рыбой. Да, что-то серии никак не даются. Большой турнир, на удивление, легко прошел. А вот серии побед не идут. Ну, я еще помучаюсь, как говорится, ребята. Упертые. Свои цели всегда добьемся. Так, ну что ж, будем надеяться, сейчас повезет. Так, 8000. Жалко, конечно, усилители. Каждый раз на серию тратить новые усилители, но тут уже ничего не поделаешь. Если не получается, надо пробовать еще и еще. Так, 8900, ну, надо было уже, ладно, попробовать хотя бы 8900 забрать. Посмотреть, что он там. 6900, 8200. Ну, и да, кстати, крупняк, ну, да, приманочка еще. Хотя бы в шестую, да и удочку повеселее бы. 6200, 7300. Кстати, сейчас попробую, наверное, на эпик удочку улучшить. Может, попадется этот многопер как раз. Или змееголов, вернее. Так, 6200. Ладно, пускай будет. А, 6200, кстати, это мой лучший результат. 8100 он эпика потянул. Так, есть. Поединок я выиграл. Опять первый пошел. Ну, надеюсь, со второй попытки зайдет. Так, кстати, давайте посмотрим. А, вот еще 10 лепестков. Фестиваль цветов. Отличненько. Сейчас попробую еще в бинго сыграть. Да, 169 уровень. Жалко. Так, есть еще, кстати, жемчуга. Надо на редкую попробовать вытянуть. Бонус от лицензии, ну или на эпика, если получится.
Так, что тут надо, кстати, наредку выкрутить, значит, наредку надо и перекручивать. Обычки я не буду трогать, потому что у нас обычки там сегодня в обычках. Рыбацкая битва. Попробовать еще потом усилители пофармить. Ну, блин, конечно, 6,9. Придется 6,9 забрать. Хороший довольно-таки бонус. И тогда здесь редко еще перекрутить ему туду. Но не дает. Нильская тиляпия. Жалко. Так и не дала мне на нужную рыбу. Хотя бы на редкую. Так, что у нас тут бинго? Разыграть 10 сразу. Окей. Хоть одну линию соберу. Да, одну линию. Еще 10 жемчуга. О, кстати, может сейчас еще попробовать покрутить еще 5 раз. 10 жемчуга. Отличненько. Мало, конечно, но тем не менее. Хоть что-то. Так, ну еще 5 раз можно лицензию поискать. 5,9. 5,1. Хотелось бы обычки, конечно, поперекручивать, но мне хочется там в рыбацкую битву без обычки никак. Обыкновенная тигровая рыба мне не надо. Что-то так подвисает. Африканская рыбонож. Ага, что-то... Не, офига. Опять африканская рыбонож. Змееголов тоже попадается рядом. О, низкий слоноры. Ну, тоже... Редкая, хорошая 6,6, замечательная, но не та, что надо. Ну что ж, ладно, поехали дальше. Попробовать серию добивать. Так, что-то игрушка подтормаживает. Угу, отличный план. Ну, поехали, многопер. Здесь лучший результат. Ну да, хотя бы одну уже серию дали. Как добить? Не пускают. Так. Хорошие бонусы я повытаскивал, в принципе, и на обычку, и на редкую, но не жалко, что не на то, что надо. Так, 10 тысяч. Многопер, ну, в принципе, я... А, мраморный протоптер. Ну, в принципе, 10 тысяч я перекидаю. 10 тысяч не так много. Вот 13 тысяч плюс. Это 13 тысяч плюс уже посложнее, конечно, будет достать. Надеюсь, хоть сейчас уже с третьей попытки хотя бы какую-то серию удастся мне закрыть. 5 тысяч. Так, ну, да. 5600, ладно, пускай пока побудет. Одиннадцатизвездочная, и то как бы хорошо. Посмотрим сейчас. Не хочется зря тратить усилители. Если соперник слабенький, то... Ну, хотя, в принципе, оно обычно. Вроде слабенький, и потом бабах какого-то хвоста шикарного потянул, и все. Так, мгновенный вылов на всякий случай у меня есть, конечно, держу. Есть победа. Отличненько. Хорошо. Пока полет как бы нормальный. Так, прилетает еще коварный гоблин. Еще монеты гоблина. Окей. Что у нас там? Магазин. И поехали приманки. Буду пока добивать все приманки. Потом уже, что останется, буду по усилителям. Ну, в принципе, золотой пакет тоже хорошо. Пускай приманки себе падают, собираются. Я только за. Ну, поехали дальше. Пробовать серию добивать. Два поединка есть. Поехали дальше. Третий. Да, тут, в принципе, заданий реально сегодня по рыбалке очень-очень много. Кучу серий, кучу поединков, много всего. Так быстро все не закроешь. Или 200. Сейчас посмотрим, что там соперник будет тянуть. Вот, пожалуйста, 9100. Это для меня, в принципе, очень-очень
сложно. 8000, 7900. Ну что ж, 9000 есть, но не факт, что без сонара получится. Печальненько, конечно, сегодня с сериями вообще никак не получается. Только усилители улетают. Ну ничего, я еще подожду немножко. В принципе, пойду сейчас, наверное, рыбацкую битву немножко пофармлю усилители. И потом попробую, наверное, еще раз серию закрыть. Пока не дают никак. Ну да, и тут на 5900 он вытянул. Даже не буду, наверное, уже пытаться усилители сливать. Оставлю на следующие серии. Пока, впрочем, ребята. Так, дальше еще гоблинских приманок, в принципе, нормально будут насыпать. Ну что ж, наверное, думаю, надо дать времечко немножко. Пускай ребята отыграются, а потом еще раз пробовать закрывать серию с поединков. Все, буду на этом, ребят, заканчивать. Всем трофейных уловов. Ни хвоста, как говорится, ни чешуи. Мирного неба над головой. И до новых встреч. Всем пока.